Ну, продолжаем. И хотя, значит, мне Булат запретил говорить о мышлении, поскольку он инфицирован Гегелем, тем не менее, мне никак без этого не обойтись, поскольку я сейчас собираюсь рассказать о таком представлении или понятии, как рефлексивный круг. Вот. Это достаточно трудная задача, вот как я ее выполнил на доске. А трудна она потому, что мы все знаем, мысль-то наша обременена и внепространственна. И вот каким образом, значит, пространственный образ, тем более на двумерной доске изобразить мысли, это сложно. Особенно, когда это надо. Да. Это надо? Да. Нет, ну это надо, потому что, нет, ну вот так как-то представишь, что наша мысль, она же вот так вот, да? Она же вот так вот, она же не вот как-то вот так вот, она вот так вот. Потому что мысль всегда возвращается к себе. Вы это можете представить. Вот на любой предмет, когда вы даже просто глядите, вы обратите внимание. Вот и к себе, да? И к себе обратно возвращаетесь. Всегда, да? То есть так, от себя к объекту, а потом бах, обратно к себе. Ну, обратно, потому что время-то идет. На самом деле, вот так вот буравчиком мысль пронизывает бытие. А на доске это в виде круга изображено. И если вот эта наша мысль вот такая, да, то мы можем какую-то выделенную точку совершенно условно провести встречу мысли с реальностью. Вот мысль встречается с реальностью, бах, и оборачивается далее. Но рефлексия — это что? Рефлексия — это оборот. Рефлексия. Или изгиб там. То есть рефлексия. Вот Гегель всем внушил, что рефлексия — это отражение, да? Нет, рефлексия — это оборот. Оборот мысли. Вот таким образом, значит, она оборачивается и встречается с реальностью. Вообще, у Гегеля, по-моему, не отражение, то Маркс как раз отражение. А у Гегеля как раз было такое круговое движение. Нет, отражение. Знание. Отражение пошло от Гегеля. От Гегеля. Это точно, это я интересовался этим вопросом. Отражение внедрил Гегель. А Марс уже воспринял. Рефлексия — это, по-моему, есть отражение. Рефлексия. Рефлексия — это оборот. Это и отражение приобрело смысл, естественно. Рефлексия, мы физики знаем. Такой рефлектор, да? Рефлекшн. Да, но рефлексия — это вот изгиб, поворот. Изначальный смысл был. Вот. И сейчас я хочу поразмышлять над тем, как вот развивалась человеческая рефлексия. Да? Вот первая картинка соотносится к самому первобытному человеку. Вот он встречается с миром. И какую позицию здесь занимает человек? Человек занимает вот эту позицию. Мифологический человек, первобытный человек. Он был включен в реальность. Да? Вот на самом деле, сегодня мы с трудом это все понимаем. Далеко, очень мало людей на самом деле вот обладают, то есть обладают-то все, но вот это у них отрефлексировано, что это совершенно особый способ восприятия мира. Мне об этом более-менее легко говорить. И почему я этим-то вопросом интересовался? Потому что я вырос с 5 лет на дикой природе, абсолютно, в тундре. Вот один дом был и на десятки километров никого. Там все 8 лет мог взять лыжи и ночью пойти. Ну не 7-8, это, пожалуй, в 10 лет уже. Еще точно в 10-11 лет пойти в ночь. Вот, в тундру. Это совершенно особое восприятие, да? То есть оно как бы... По-современному это даже нельзя говорить, что это рефлексия. Это просто вот человек каким-то образом справляется с реальностью. Он вот в ней плывет, да? Но сейчас я хочу отметить, что человек — это все же животное говорящее. И мы не будем, я не буду сейчас акцентировать внимание вот на эту особенность первозданного, что называется, человека как животного, да, а
обращу ваше внимание вот на то, что первобытный человек, как человек, он стал человеком-то благодаря речи. Я думаю, что женщины придумали язык, поскольку это самые эмоциональные существа. А природа языка, она двоякая, символьная и знаковая. Этому подтверждение находятся современные этологи. Вот на самом деле символьный язык, он появляется уже у животных, даже у птичек и животных, там у сусликов уже. То есть чем отличается символьный сигнал от эмоционального? Эмоциональный сигнал, тот все, это определенный сигнал, который передает эмоцию. Допустим, эмоцию гнева, эмоцию страха, и все разбегаются. А если то же самое уже у более продвинутого суслика, да? Причем этологи различили, вот более поздние виды уже обладают не только эмоциональными сигналами, а символьными. То есть символьный сигнал отличается тем, что он же передает некое знание о чем-то, да? Скажем, о волке. Вот это не то, что это еще нельзя сказать, что символ, вот некий символ, как некий звук обозначает волка. Просто вот это как бы волк и есть. То есть, когда суслик слышит сигнал о волке, он понимает, что есть волк. Но он страха нет у него. Он не боится. То есть он, у него есть время поразмышлять, чего делать-то. Да? Единственное, что он обязан сделать, это ретранслировать этот сигнал. Вот ретрансляция – это совершенно обязательно. Вот. И это очень похоже, вот эти символьные сигналы и вообще символизм – это с ритуалами первобытными. Да? Это ритуал – это тоже для чего вот он, у древнего человека? Для того, чтобы его включить в нечто. Вот сам ритуал, он непонятен, да? Но ритуал всегда о чем-то. Его основная функция – это включенность. Включенность в некое действие. Это вот символы и ритуалы, они как бы структурируют реальность первобытного человека. Ну а потом, значит, человек научается означать слова, звуки свои, которые становятся словами. Это уже, так сказать, способность есть у высших приматов, но элементарно. Много они не могут увязывать. 1, 2, 3, 4, 5 они могут увязать. А много вещей вместе увязать очень трудно. Для этого должно быть более развито мышление, которое вот чем отличается человек. То есть появляется связь между различными сигналами звуковыми. То есть появляется речь, связанная речь. И поскольку появляется связь, появляется значение, уже определенное. Символьный образ, символ сам по себе, он не несет на самом деле никакого значения вот сам по себе. А знак, это всегда имеет понятный, четкий смысл. Этим он и является знаком. Это как связь двух, трех, четырех вещей. Но вообще-то, в принципе, это сразу же целая сеть знаков появляется. Так знаки-то связаны, потому что мир так связан, или потому что суслик там, или кто-то еще их связывает? Я думаю, что связь-то, это чисто связь производит непосредственно человек. Ну а суслики тоже связь производят? Да. Суслики нет. Не, ну у них нет знаков. А вот у обезьян уже, так сказать, есть способность, но элементарная, понимаешь? Они не могут, у них способность означивания очень мала. То есть для развитого мышления характерно, как способность синтеза символа самого и удержания его, целостности некой, да? Вот я на вас посмотрел, отвернулся, и этот образ ваш, да, у меня удерживается. А тем более, если я
знаю ваше имя, мне ваш образ совсем легко будет удерживать. Это способность удержания образа, символа. Это одна способность. А вторая, еще более сложная способность, это соотносить разные символы, в данном случае слова. А почему слова? Потому что это очень удобно. Это те же самые вещи, на которые, так сказать, сразу же они, как сказать, ну, в принципе, можно разговаривать вещами. Но слова, звуки, да, это те же самые вещи у нас. Но они стандартные. Просто и мы связываем слова. Это проще, чем таскать за собой те же самые там слова. Вопрос, как бы, скорее, Булата был в том, что понятно, что мы там выстраиваем какие-то связи между словами, мы строим язык как систему, ну, взаимоотсылок и так далее, но какие-то связи реальные, вот, вы говорили про реальность, а да. Реальность это вот, тоже есть? Вот к этому я перехожу. Просто суслик, если перестанет говорить о реальности, ну, он... Да, может. Да, правильно. Да. Так вот, к реальности переходим. Все... Первобытные люди жили в реальности, да, и вот своими переживаниями о реальности они и делились. И таким образом... Мнение, что наоборот, они жили в мистическом мире, а мы живем в реальности. Да, и вот таким образом появлялись первые, ну, в племени, появлялись первые нарративы, да, которые впоследствии приобрели форму устойчивых нарративов. То есть, что такое? Это... Просто прожитый опыт. Причем какой-то конкретный, более-менее вот описывающий определенную ситуацию жизненную, да? Он зафиксирован в мифе. И мифы передавались с поколения в поколение. Поэтому говорят, мифы это нечто вечное, да? Не подверженное времени. А в основном они возникали из наблюдения над животными, наверное. Вот. И люди... То есть миф у меня, миф может быть расположен в любой точке, но я его обозначил здесь, как бы напротив реальности. Чисто для удобства, для красоты, вот в этой точке. Но люди уже отличали реальность от мифа. Да? То есть от того, что не есть реальность. Нельзя сказать, что миф это картина мира, какая-то примитивная, там кусочек. Первобытной картины мира. Нельзя? Миф, наверное, и есть первобытная картина мира. Отличие от картины мира, картина мира это нечто целостное. Миф изначальные мифы, я все же думаю, это обрывки. Некие обрывки описания опыта ситуации. Хотя на самом деле существует так называемый пелагический миф. Это, может, до нас дошли отрывки? Потому что миф – это просто фактический способ, каким религиозное сознание объясняет себе, как устроен мир. Давай не будем это сам. Мы до религиозного... Ни одного слова не было, правда? Про религиозное сознание еще. Не надо по учебнику говорить. Да. Мы уже переросли. Вот я рассказываю, откуда взялся миф. Миф взялся из опыта. Из разговора. Из опыта встречи с реальностью. Из опыта суслика, да, мы поняли. Да. Я вот. Так понял, шум ветра на да. И так вот, люди прикидывали на себя образы мифологические чисто, да? Угу. И поскольку вот о животных очень много было, вот образы животных, да? И вот этот оборот в данном случае он выражается в чем? Что человек прикидывает на себя этот образ и в реальности ведет себя как образ. Этот, из мифа. Это помогает 100%. Это в Кастанедой описано и... И, по-моему, я в этой аудитории уже рассказывал о своем личном опыте там оборота. Черт там, рассказывал, да? Mm-hmm. Да. Ну, неважно, там, в темном лицу вот я оказался, все. Я с ума сходил. Потому что я абсолютно одинок, неизвестно где. Молодой был, конец августа, темная ночь, вообще жуть вообще. Звуки страшные, какие-то там лешие, черти там стали мерещиться. И вот пока я на себя не принял образ я одного из них, я подумал, что если, а почему я не могу таким же быть? Да? Мне сразу же
полегчало, и, в общем-то, это где-то меня спасло. Или тот же самый, вот бег силы Кастанеда, да? Кастанеда рекомендует, что сделать? В тот же самый темный лес, незнакомый, бурелом зайти, закрыть глаза, сосредоточиться и побежать. Ну, это первое, не закрыть глаза, а смотреть вот под определенным углом вперед. Да, ну может быть, да. Да. Деталь. Да. Да, это я уже отсюда. Это я уже от себя тянул. Это же тоже. Ну, довериться некому автоматизму. Да, это же тоже работает на самом деле. Вот хорошее слово автоматизм. Да, то есть вот без всякой рефлексии в современном понимании этого слова человек справлялся с реальностью. Тем не менее, мифы-то ему помогали вот этим самым. Это все же опыт. А оборот заключался в том, что вот он прикидывал на себя эти образы. Так, ну вот вершиной, чтобы чуть-чуточку, я позволю себе о философии, вот на мой взгляд, вершиной мифологического мышления это миф поэма «Променид», в которой, тем не менее, вот, может быть, впервые нарисована целостная картина сущего мира. Я вот уже... Уже... Да, нет, ну вот я упоминал пелагический мир, миф, знаешь, слышал о таком? Слышал, да? Да. А вот, это Денисийский там? Да, да, да. Но вот мне кажется, это, по сути, пелагический миф, когда, а у меня как-то было время, я с ним разобрался, и у меня получился Платон, я вообще обалдел. Но вот, вот если его правильно прочитать, вот мне кажется, что это все же, это не может быть реально. Только это какая-то, видимо, придумка уже поздняя, пелагический миф, но... В это, конечно, можно верить или не верить, странно, но променит это безусловно, да? Это то, что мы не можем не верить. Я как бы сказал, что променит это некое рациональное, на самом деле, мышление против мифологического. Мне такие впечатления, правильно, что это уже время, когда мифологический человек уже как бы сходил на нет, вот этот образ существования человека в мифе. И появлялось уже рациональное мышление. Но мы знаем, что практически одновременно там творил и Сократ, и Платон. Вот. И тем не менее, вот эта вершина, это как бы уже окончание, да? Ну, точно так. Мне кажется, вот оказался где-то на семинаре, почувствовал, как все плохо, страшно. Вот одел на себя шкуру философа, прикинулся таким же и побежал. И вроде не так уже все. Это же все же целостный образ очень, да? Что характерно для мифа. Целостный образ единого бытия, да, в образе там, этого шара светящегося. Mm-hmm. Да. А всякие перемены названы иллюзиями, потому что миф он вне времени, он постоянен. Вот, да. Это какое-то вот такое непосредственное, именно целостное схватывание непосредственности бытия. А почему вот бытие мышления у него? Потому что вот человек-то включен в реальность в данном случае. Ну, кстати, про миф говорят, что там, полностью, да. Там вневременность, вот она имеет как раз циклический характер, что он зацикливает, что он повторяемость постоянно. То есть там еще не возникла история, вот да. Как какое-то там, да. Поступательное движение, да. Изменение. Да. Да. Там повтор. Да. Да. То есть это не такая вневременность, как, допустим, не знаю, в классической там христианской антологии Бог находится вне времени, да, не в том смысле миф-то, вне времени. Ну, насчет повтора я не знаю, я как-то видел интерпретацию. Вот, ну вот смотрите, у вас же этот Фруктов, он уже... Сам миф. Да, ты, пожалуй, ты прав, то есть сам-то миф, он... Ну, содержать, ну, конечно, как бы просто, да. Постоянно, да. Это понятно. Да. Вот, в чем здесь изюминка состоит, что уже вполне рационально, Илиады, да, вполне рациональным образом использовали свою рацию, способность к логическому и аналитическому мышлению для того, чтобы защитить этот променидовский миф, да? Мы знаем все эти... Илиады даже, значит, существенно раньше было. Парадоксы Зенона. Зенон... Здравствуйте, Зенон, это Илиад. Да дольше там, понимаете, когда вот еще это Птолемеевская, как она, астрономия, где все там планеты должны двигаться по кругам, да, уже как бы Коперник вот тут
а до сих пор как бы надо, чтобы они двигались по кругам. Да? Они писали. То есть защищали это бесконечно. Нет, ну мне вот кажется, что это все же как некий особенный случай, поскольку на историческом неком переломе, угу. когда мифологическое мышление переставало быть уже доминирующим. Угу. Да? А я думаю, что мы и сегодня в мифе живем. Никакой разницы. Конечно, нет. Это я обязательно об этом скажу. Ну а зачем ты говоришь, что какой-то перелом есть? Как миф был, он всегда есть. И рация, параллельно возникает, а другой возникает. Но все живет параллельно. В эпоху нового мифа живем. Да, вот в прошлый раз Игорь упоминал прерывистость мышления. Это вот тоже связано, на мой взгляд, с мифом. То есть, не прерывистость, имеется в виду картирование. А, то да. есть нету... Прерывистость, не мышление, прерывистость картины, существования человека. Картины то мира нет, исходил, есть атлас карт. Атлас карт, да. Или сходил там в храм... Фрагментированность, да. В храм Аполлона. Потом в храм Диониса. Диониса, да. Да. Диониса, да. Ну, всякий раз ты, и ты разный. И дары ты приносишь разным богам, и у тебя самоощущение в разное время немножко разное, да, получается? Немножко, полностью. Да. Ну, вот полностью, и мы сейчас так живем, быть может, отчасти. Что у нас, конечно, есть конечно. Не картина мира, а атлас-карта. Ну, поскольку вы такие умные, все знаете наперед, я скажу, что, естественно, современный человек еще не... Как, даже если он не осознает, что он способен к мифологическому мышлению, 90% времени он живет в мифе. Но мы можем утверждать, что первобытного человека развитого логического мышления не было. И не было развитой способности к религиозной рефлексии. По крайней мере, это не закреплено в культуре, а миф закреплен в культуре. Может быть, здесь хорошее время сказать, почему вот такие деления на три части. Потому что это опять же соотносится с нашей культурой. Наша культура фрагментируется, или лучше сказать, делится на три равные, на три части, можно сказать, равные. Да? Первая часть соотносится с мифологическим мышлением. Да? Что это значит? Это художественное мышление. Художественное мышление – это целостное восприятие мира. Его основная функция, да? Второе – это религиозная рефлексия, о которой я сейчас буду рассказывать. Она отличается принципиальным образом от рефлексии вот, мифологического человека. Религия – это тоже вполне богатейшая область нашей культуры. Так? Ну и третья часть – это рацио, это культура рационального человека, да? Куда можно отнести там, и философию, и науку, и все прочее. То есть это очень четкое... Три области, а четвертое уже не найти на самом-то деле пока. Уже разные смеси. И к двум нельзя свести тоже. То есть вот эта вещь на самом деле, она фундирована, культура очень здорово. Ну, с учетом того, что миф у вас это связан с искусством там, и художественным мышлением, то это просто различие того, что дано у Гегеля. Гегель точно так же говорит. Есть три формы как бы воплощения абсолютного духа. Так это можно значит, что просто как бы это действительно троица присутствует в реальности, а не то, что это. Это потому, что это спекулятивное построение. Просто... Я вот только что сказал, что это не спекулятивное представление, поскольку оно фундировано культурой. А он говорит, что это спекулятивное построение. Ну вы странный человек все же. Но вы странный человек. Потому что у Гегеля есть, возьмем. Нет, ну подожди, даже у Платона есть. Что у Гегеля есть? Даже у Платона есть, по-моему, вот эта вот истина, красота и добро, понимаешь? То есть вот они тут истинно, добро, красота. Там можно еще придумать много каких-нибудь других. Не, ну все равно нет, ну три. Это власть, справедливость, власть. Не-не-не. Ну как? Много можно придумать. Это во-первых. Во-вторых, у вас явная это, тенденция к прогрессу, что я есть какой-то прогресс, какие-то древние дремущие люди и такие рациональные, хорошие мы. Это тут сложно это, сказать. Это вот когда я расскажу рациональным... Спекуляция, может, это регрессом окажется, но не зря. Да, подожди. Хочешь обвинить в том, что еще... Ну, почему-то они древние были, мыслить они не могли, там, у них там нечеткое какое-то мышление было. Ну ладно, религиозному субъекту противостоит. Значит, мы договорились самое главное, что целостной картины мира у мифологического человека не было. Почему? Мне кажется, наоборот, у них все было. Это у нас нету, да, вот мы почему не было, даже... да, мне тоже интересно. Там человек жил всю жизнь в одной пещере,
Все было понятно. Поиметь целостную картину мира для меня было несложно. Живешь себе в пещере, и вот теперь картина мира. Ну и там еще три камня вокруг, там, да, весь мир. И три сосны еще. Да я вот когда жил в Оркуте, мне казалось, что это весь мир так устроен. Да, хорошо, снимается. Если мы живем в одной пещере, действительно, у нас есть несколько мифов, то нам достаточно. Просто мифы, как мне кажется, насколько я знаю предмет, может быть, я не прав. Они вот как бы, ну, вот русские сказки, да? Ну, можно сказать, что там целостная картина мира? В принципе, сказки, как-то да, да. Ну, русские да. сказки же это совсем особо. Это поздняя так, вещь. Так, иначе вы не про индивидуальную картину мира сейчас говорите, а про какую-то вот общекультурную, да? Потому что как вот один живет в пещере, у него там есть... Ну, то есть состоит, и это и состоит три камня, да. Вас вопрос сейчас интересует, вот была ли как культурная состоявшаяся картина мира какая-то... Культурная, да. Может быть, нет. В том-то и дело. Что все же вот именно культурной, особой целостной картины мира не было. Но вот в развитых культурах, как-то греческая, там поздняя культура, конечно, уже что-то было, да? Ну, скажи, вот. Это, допустим, но, Египет. Но это уже сразу... Это хороший пример, а? Египет, на самом деле. Вот он был до Греции, он был долго, у них была достаточно повторяющаяся вот эта система, там, даже, может быть, полурелигиозных вер, я не знаю, может, тоже религия была. Ну, что тоже полурелигия. Да. Вот на мой взгляд, религиозная рефлексия, она развивается позже. Угу. Вот я объясню почему. То есть, может быть, скорее даже рацио, то есть рациональное мышление, чем религиозное. Значит, на чем мы остановились? Есть целостно. Я все же утверждаю, что там это отрывочное, вот это вот, как картина мира, причем в общественном смысле. Но не было там печати, вот ты меня извини, там и письменность не была развита. И радио не было, да, для того, чтобы и не было самой главной такой религиозной структуры развитой, которая появилась в христианстве уже, для того, чтобы она стала, приобрела некую общую значимость. Ну, тут можно еще сказать так, там же как, там достаточно, все вот эти представления, картины мифологические, они достаточно быстро замыкаются, то есть, если что-то с лесом, в лесу произошло, это дух леса. Если да, с водой, да, то дух воды, да, там, да, и так далее, да, там подобное. А вот да. Взаимосвязь и их взаимоотношения да, совершенно да, не очевидны. Вот, то есть, как бы, это как вот разные действительно миры. Ну и как сейчас современные картины не очевидны, там где-то в лесу это произошло, и как это связано с нами, не очевидно. Это за то, что мы такие умные, нас уже похвалили, что мы понимаем, что мы так. Хорошо, значит, переходим к религиозному субъекту, хотя слово субъект, я подчеркиваю, это здесь достаточно условно мной упомянуто, да? Вот. Это вторая картинка. Вот особенность религиозного субъекта вот, заключается в том, что он занимает самую сложную позицию под 90 градусов. Вот здесь вот, да? И напротив него оказывается абсолютный субъект. Или абсолют, да? Вот. И с этой точки человек может видеть, как бы наблюдать и себя, и реальность. То есть в точке... А мифологическое мышление, нет, абсолютно нет, что ли, мифологическое мышление? Ну какой там абсолют, то что? Нет, он находится здесь, в реальности. В реальности. Да и там нет абсолютов никаких. Ну просто мифологическое мышление, это битва. Абсолют же для религии мира, там случай очень редкий. Редко же бывает, что в какой-нибудь религии есть абсолют. Ну так а то, что было, это сложно назвать религией. Ну как, у Аристотеля есть абсолют, у Платона есть абсолют, у всех есть абсолют. Я не знаю, как это выглядит. Конечно, ну тогда. Так вот. Они все тоже мифи жили. Нет, это уже зачатки религиозного мышления. То есть Аристотель... Какой-то слава странный объяснение, еще что не кажется, зачатки. Что есть. Со времен на этого. Есть. Платон Аристотель, человеческий мозг почти не изменился. Да я бы сказал, не только Платон Аристотель. Да. Вот Платон-то, Платон здесь, Платон в этой точке, конечно. Так Платон мифы рассказывал. Это для видимость такую создавал, тебе же говорили. Да, у него онтология. Миф, да не миф. И вот здесь религиозный субъект уже получает картину мира, вот абсолютного субъекта. А почему абсолютный субъект?
это как бы отражение себя самого, как абсолюта. Вот. Я же подумал, что рел это не религиозный, а релативист, то есть относительный. Ну, чего? Нет, это религиозный слово, субъект. Что характерно для религиозной рефлексии? Это мистическое проникновение, да? Мистическое какое-то понимание мира. Так у них есть картина мира уже? Картина мира. Откровение от абсолютного субъекта получается. Не путем опыта в реальности, да? А путем откровения. Религиозный субъект получает картину мира от абсолютного субъекта, от Бога, да? Откровение. И... Ты говорил сам, что он проецирует что-то. Чего? Он ничего не проецирует. Он себя проецирует на абсолют. Нет, он тебя себя поставил напротив него. Напротив. А как абсолютно? И получается вот такая вот картина мира, она на самом деле вот здесь вот рисуется, нарисую здесь. Вот есть иерархическая картина мира, тут, естественно, Бог вверху, тыры-пыры, она над реальностью. Картина мира объясняет все, как устроен мир, почему и как нужно вести себя человеку, чтобы все было хорошо с ним. Угу. И чтобы спастись, грубо говоря. Так Бог это и в реальности находится? А? Бог в реальности? Нет, я нарисовал вот реальность, а вот картина мира. Так как раз бы мне казалось, что ну, вот, у религиозного человека Бог это реальность. Ну вот не так это, нет. Потому что, вот смотри, вот если... Есть реальность, реальная реальность, в которую включен человек, так или иначе. Вот это же вращается. Да, вот я забыл а Бог, сказать. А если за реальность, то это значит, что его просто нет. Потому что реальность это все, что есть. Не, ну подожди, не это. Бог. Не рационализируй. Мы же не дошли до рационального субъекта. Это раз. Второй момент. Если Бог сообщает картину мира религиозному сообщает, субъекту. Сообщает как? Письменно пишет, что ли? То он сообщает ее как бы как, вот, как откровение, как должное. Она, естественно, будет отличаться от реального мира, да, потому что как он говорит, что наша позиция. Как ты, во-первых, узнаешь, что это тебе абсолют передал? Не нравится, давай как не будем. Отличишь откровение, да, от откровения. Это с нашей внешней позиции мы можем отличить Бога от реальности. Но для них-то внутри находится. Для них как раз Бог есть Бог субъект, есть, а реальность есть реальность. Понимаешь, как ты можешь. Как-то вот реальность это как бы. Реальность это все, что это, есть. Это, ну, так сказать, материя какая-то, сырая глина. А Бог это субъект. Реальность это все, что есть. Так вот, суть-то заключается в том, что для религиозного человека реальность остается реальностью. А Бог отдельно. Потому что реальность, она греховна, да, понимаешь? Она греховна, она падшая. Реальность. А есть долженствование. В этом-то корни гностицизма. Не надо путать. Греховен мир. А реальность включает в себя Бога, мир и все прочее. То есть реальность это то, как устроен мир, как вот на самом деле, да? На самом деле есть Бог, на самом деле есть мир, вот это вот на самом деле есть реальность для них. А мир наш греховен, да, все правильно. И Бог его создал. Есть просто другой мир, который называется просто божественный. Просто в реальности присутствует есть Бог. Даже специальное словосочетание «высший мир», понимаешь, да? Но уже высшая мир, реальность, да. Не мир, а реальность. Другой высшая мир. Реальность, везде есть слово «реальность». Да. Высшая реальность, действительно, но все равно реальность. Реальность – это то, что есть. Вот для нас Бога как бы нет, допустим, ну, это то, что значит, у нас реальность другая. На самом деле ты упрощаешь же. Вся схоластика, как бы, там, средневековая, она подчеркивает, что Больно. Бог и есть, и нет его. Я же, с самого начала нет. сказал. Нет, что... он не есть так, как вещи есть. Вот что схоластика говорит на самом деле. Влад, я же сказал, что вот это я нарисовал, вот здесь вот надо нарисовать, реальность здесь. Вот картина мира вступает тоже как реальность. Действительно, ты прав. Не, я не про картину мира, я говорю про Бог. У религиозного человека две реальности есть. Как бы. Как так? Ну так. Ну не может такого быть. Реальность. И вторая реальность, божественная реальность. Судя по тем, кто ходит в храм, так и есть. Да? Да. Но она не заслоняет эту реальность. Вот в чем не, у вас просто реальность разделится на две, да? Да. А дальше она, я так понимаю, разделится на три, да. Но дело в том, что вот эта вот реальность, вот эта реальность, это реальность, да? Она чисто умозрительная, да? Ну это мы так говорим, для них это реально. Они тоже так говорят. Это чисто Бог умозрительный только что ли? Тогда он не действительный, если он умозрительный.
Умозрительным, конечно. Ну, если умом мы постигаем. Я понимаю, что умом это способ постижения. Сам ты Бог реален. Как? Ну как реально? Как все, что ну, да, то, что есть. Значит, то, что существует. Ну. Правильно. Он существует. И не существует одновременно. Он существует и не существует. То есть, когда Бог себя умаляет, он перебирается в нашу реальность. Вот отсюда он перебирается сюда. Моление Бога. Да, есть такое. А потом воскресение. Ну вот, что хочу сказать, что вот эта вот божественная реальность, она выполняет функции картины мира. Получается, божественная реальность живет сама по себе, а наша реальность сама по себе. И когда божественная реальность хочет, она к нам приходит. Да. И потом обратно уходит. А мы как бы живем, да. Да. Иногда ее видим, да. Она да. уходит, мы ее да. не видим. Но думаем о ней. Вот как-то так. Да, так вот на самом деле эту позицию индивиду, на мой взгляд, удерживать сложнее всего. Вот. Вот эту рефлексивную позицию, вот, держать 90 градусов, да, вот. Но почему религиозная картина мира была так популярна и продержалась столь долгое время, это потому, что она четка, относительно проста, ее просто доносить до сообщества. Вот. И, собственно, она как бы изначально задана, и лишь человеку приходится уточнять некие детали, чем, собственно, богословы занимались там в течение, особенно, первых веков христианства. То есть за несколько веков, там за тысячу лет все разработали, а потом тысячу лет практически ничего нового. После там Максима Исповедника, мне кажется, и Паламы. Никаких уточнений особых в религиозной картине мира мы не получили. Так, значит, я пропускаю момент, каким образом происходит деструкция религиозной картины мира, и мы переходим вот к рациональному человеку. Естественно, это был процесс, который называется эпохой модерна. Вот. И более того, может быть, это осталось не до конца понятым, вот это все вращается. И вот эти выделенные точки, это просто выделенные точки, это точки, где как бы человек задерживается, как бы выбранная позиция для осмысления реальности. То есть она может быть или в самой реальности, или вот в этом месте, когда человек как бы со стороны смотрит и на мир, и на общество, да, и эта позиция, опять же, вот объективистской философии, вот Платон, естественно, находится в этой позиции божественного субъекта, поэтому как бы со стороны дает онтологию человека. Вот. Но еще можно сказать о том, что поскольку вот этих точек две, их можно как бы менять, то это может соответствовать тому, что вот эта картина мира, она может быть представляться как космогоническая картина мира, да, или этическая. То есть просто вы видите, что это вращается, это означает, что это способ восприятия человека мира. Это все время вращается, да. Естественно. Это наша мысль. Да. Но человек считает, что вот этот человек может стать религиозным, может стать человеком, конечно, может стать абсолютом. Да, он не может стать абсолютом. Но если вращается, почему он может стать абсолютом? Вот когда человек находится в этой точке, он считает, что вот эта точка... Что значит находится в этой точке? Он так думает? Или он является? Ну, это мой схематизм для объяснения вот этого всего. Мне кажется, что этот схематизм, он помогает понимать, а не наоборот. Вот есть реальность,
мысль вращается, и человек – это выбранная точка для рефлексии, да? Это не значит, что человек мифологического мышления не находится вне реальности. Чистая мысль также присутствует у человека, да? Точно так же и здесь. Или вот рациональный субъект, да? У нас есть точка сопряжения с реальностью, и напротив ее находится рациональный субъект. Это его выбранная позиция. То есть все вращается, но вот в этой точке как бы он задерживает свою мысль, да, и обращает внимание на реальность. Как бы реальность расположена перед человеком. Так вот, для рационального субъекта характерно то, что человек сам становится вот творцом картины мира. Это тогда, когда он удерживает позицию вот рационального субъекта. То есть при этом, отвечая вот еще на ваш вопрос, конечно, мы понимаем, что там существуют провалы какие-то в иррациональность, и все такие разные причуды сознания существуют, но тем не менее, по крайней мере, до недавнего времени человек считал, что это некий рациональный человек, считал, что это некие исключения, с которыми надо или бороться там, или ими пренебрегать, вот, и в общем, они несущественны. Не видя просто еще на порядок. Да. Даже рационализируемся. И вот я хочу маленький кусочек из Хайдеггера зачитать. Основной процесс нового времени есть покорение мира как картина. Слово «картина» означает теперь конструкт опредмечивающего представления. Человек борется здесь за позицию такого сущего, которое всему сущему задает меру и предписывает норму. И поскольку эта позиция обеспечивается, артикулируется, выражается как мировоззрение, новое европейское отношение к сущему в своем решающем развертывании превращается в размежевание мировоззрений. Причем никаких угодно, а только тех, которые успели с последней решительностью занять крайне принципиальные позиции возможностью для нового человека. Вот, по-моему, вот в этой цитате из работы «Время картины мира», да, здесь два основных момента, очень хорошо подчеркнуты, что картина мира уже заменяет, может так случиться, что картина мира как бы заменяет человеку реальность уже. То есть конструирование картины мира, то есть представление о реальности, уже стало настолько совершенным, казалось бы, да, что можно уже обращаться только к картине мира, да, и меньше внимания обращать на реальность. Да. Вот картина мира диктует тебе, как должно себя вести для того, чтобы с тобой было все хорошо. Вот картина себя... мира диктует или мы создаем картину мира? Ну, мы создаем картину мира. Это как она же диктовать, она же не сама по себе. Ты что, не умеешь этого? Нет, еще не научился. Сам придумал себе должноставание, сам исполнил. То есть происходит некое гипостазирование картины мира. Ну вот можно еще такой визуальный образ. То есть здесь рациональный субъект, и здесь реальность, да? Это нормально. И вот здесь вот картина мира. То есть явно конструкт. Конструкт для того, чтобы человеку было удобнее существовать в реальности. Грубо говоря, до последней картинки цивилизации не было, а с последней картинки есть начало цивилизации. Почему? Ну, цивилизация религиозная. То, как мы видим себя и как мы развиваемся. До этого не было, мы просто жили в реальности. Мы там, не знаю, там, собирали пшеницу просто для того, чтобы поесть, а не для того, чтобы создать себе какой-то запас. Думать о будущем, какие-то перспективы, создавать города и так далее. Хочу, а когда мы пришли к рациональному субъекту, то есть тут мы начали строить уже цивилизацию. Нет, подожди, запас вот здесь. Там запас не было, там была реальность. Здесь мы тоже
живем в реальности, да? Ну, это же все крутится. Просто эта позиция, где мы производим некую задержку для того, чтобы обратить внимание на реальность или на картину мира. Просто у человека может быть разная фокусировка или на картину мира отсюда, или на реальность. Вот здесь это было невозможно, поскольку картина мира, то она была вот здесь. Вот человек в этой позиции, а картина мира нарисована здесь. Извините, а вот здесь точно вот религиозные картинки, внизу должен быть человек. Мне кажется, самое идеальное, если бы там стояла как раз картина мира. И вот этот религиозный субъект, он вместо того, чтобы смотреть на реальность или на картину мира, смотрел бы на абсолютный субъект. И как бы к нему апеллировал. Вот здесь? Вот здесь картина мира, да. Ну, может быть. Подумайте. Я подумаю. Может быть. Может, а человек был вот там, в точке пересечения. Они бы вроде как и противостояли друг другу, да, но не их противостояние было бы важно для субъекта, а он был бы обращен именно на абсолютный субъект. Хорошая мысль, да. То есть вот... Потому что человек здесь вообще не понятно, что значит человек написано. Ну, имеется в виду, да. Мне тоже было непонятно. Я поэтому... не понимаю, у вас, Александр Сергеевич, получается, что картина мира – это нечто стыдное и позорное. Почему? Да, то, что надо избавиться. Это просто. Смотря у кого какая. У всех, понимаете, у всех. Потому что это не подлинность. А надо реально сомнять и с ним. Ну тебя же, меня-то, когда я вот Хайдеггера слушаю, кстати, Хайдеггера, да, все-таки. Это, я вот слушаю вот эту цитату, у меня просто одна очень простая картинка, что вышел из дома погулять по окрестностям, раньше жил в реальности, сосна, три булыжника, еще чего-то. И очень ходить по этой реальности неудобно. С одной стороны, конечно, подлинность бытия, это я все понимаю, а с другой ходить очень неудобно. Потому что хочешь прийти в то же самое место, а ведь не придешь. А когда у тебя появляется картина мира, то есть это просто карта мира. Ты взял вот эту карту мира и откорректировал себе мир, ты знаешь, что сделаешь. И, казалось бы, новое время этим занималось, потому что она везде всему рисовала карты. Мир микрочастиц – карта, мир географический – карта, великие географические открытия. Чего-то еще карта. Биологические животные. Да, биологические животные, карта, анатомический атлас. Анатомический атлас. Вот это вот так она и занималась. То есть без всего, без этого, то, что вы рисуете, это просто самостоятельное суждение, наверное, очень глубокое. Но оно, казалось бы, Хайдеггеру не имеет отношения к этой сцене. А везде ты не ходил в новое время, ты всюду рисовал вот эти карты. Это что, от этого удобнее стало ходить тебе между собой? Конечно, когда у тебя появился атлас твоего тела, тебе стало удобнее. Конечно. Когда у тебя появилась карта, ты Наверное. Ты другому человеку мог даже сказать, он там раньше ты как-то, да вот и там. Иди так-то, поверни. Дерево, да, реальность, там встретишь водяному, пожертвуешь ему, там хрен его знает, что пожертвуешь. Он тебя не пропустит. А так ты взял карту, нарисовал. Поэтому картограф, как бы, нового времени не отнёшь никогда. Ну, это одно представление, но тем не менее, вот я скажу. Как мне отвечает, потому что перевел ее в знаки. Твою реальность, сосные бревна, камешки, ты просто перевел. Знаковый перевел. Же... Вот чем отличается? Твоя карта отличается от той реальности, которую Чем она сильно отличается? Чем? Сильно. Смотри, ничего. Если ты пойдешь сначала, стоящее дерево, потом это, а карта, во-первых, она одновременно, да, то есть это как вот некое. Нет, ты же видишь ее все равно не одновременно. Все равно видишь все равно одновременно, фактически. Видишь ее одновременно. То есть у тебя оказывается некое знание в форме карты или чего-либо еще отделено от мира. И это твое большое достижение, достижение нового времени. Вот реальное достижение нового мира, что у тебя появился анатомический атлас. Командное достижение. Микромир это все. Но это не подлинность. Ну блин, ну это лучше. Нет. Это лучше. Надо свое тело свое ощупывать. Нет, я понимаю, конечно, да, произошла утрата подлинности в каком-то смысле. Но с другой стороны, возникло большое приобретение чего угодно. Хирургия появилась. Нет, стоматология. Так вот, когда ты полностью заставил атлас, ты подумал, а зачем мне выходить? Я об этом именно Хайдеггер говорит, что из дома выходить не надо, потому что у тебя есть атлас. Строили атлас, чтобы выходить из дома, но когда построили, поняли, что можно... Да, сейчас тоже... Это то, о чем вы говорите. Построили картину, не нужно обращаться. Не стоит путешествовать, можно посмотреть фотки в Инстаграме. Тут просто... Нет, можно сделать фотки в Инстаграме, скомпилировать. Да. Посмотреть фотки по Инстаграму. Какое-то слово ты употребил для этого? Картирование? Картирование. Когда разные карты.
Понимаете? Да, да. Это тоже очень хороший образ, но тем не менее, вот эти карты-то можно собрать вместе, и тогда как бы, ну ты знаешь, что у тебя есть это самое. Ну, я хочу, нет, я хочу сказать, что этот мир картирования, он как бы, как относится к мифу и к религиозному миру? Да никак не относится, он сам вещь в себе. Сам по себе. Конечно. Он сам по себе живет, он никакого там нет ни развития, ничего. Да, я бы сказал, что и миф тоже это карта, и даже и религиозное мышление, везде это не карта. Ну, наши карты рациональные, а их карты другие. Нет, вот, нет, наверное. Ну как? Я не готов сказать, что ты абсолютно не прав, но надо было не подумать, тем не менее. Но я вот это картирование все же хочу в целостность. Ну все-таки картирование, а не как знание, понимаешь? Послушай маленькую цитатку. Это как раз и модели, почему? Проблема с тем, помните эти камни во всех сказках, да? Пойдешь туда, там голову положил, другой пойдешь, там жену применишь. Картирование. Да, я их не оскорбил, я их наоборот возвысил, потому что картирование больше, чем знание, да. Ты что, не так? Наоборот, география для начала нового времени царица всех наук. Вот тогда была. Почему-то сейчас не так стало. Просто, может, земля закончилась. Но до космоса доберемся, может, тогда. Ну вот это вот такая штука. Астрономические атласы забыли. Да, так нет, атласов куча, атласов все. Ладно, давайте я продолжу. Вот кроме картирования этой самой, как такое карточное представление, все же еще одно свойство очень важно, это системность. Вот Хайдеггер. К сути этой картины относится составленность, система. Конечно, под этим подразумевается, однако, не искусственная внешняя классификация и соположение данности, вот, а развертывающаяся из проекта опредмечивание сущего структурное единство представления как такового. Да? То есть... А вот здесь уже Хайдеггер начал откровенно думиться. Да, да, да. И система, вот эта вот вся сама. Да, это на биологи, да, которые да. Нет, как раз биологи. Парнокопытные и прочее. Ну, это вот с ранними, а с нормальными биологами, с физиками, он наоборот их возносит. А над географами, вот ними, Линнеем, он глумится здесь. И вот вся классическая немецкая философия, которую он тут перечисляет от Лейбница до Шеллинга, включая любимого Гегеля, она, естественно, вот у него подходит под эту классификацию, как вот такая эта системность. И фактически картина мира, да. Так вот, что я хочу сказать, что вот эта вот картина мира рационального человека, она же не только бывает, что заменяет реальность, да, ему, если утрачивается фокусировка, вот, но она бывает, что опрокидывается обратно в человека, вот. И если мифологический человек, он миф, туда в реальность опрокидывал, опять же, и в себя, да, то здесь получается, что картина мира опрокидывается обратно в человека. Она и так в человеке, естественно, это его, да? Но я хочу сказать, что вот эта интроспекция, самосознание, вот эта рефлексия над самим собой, да, она осуществляется уже во многом под влиянием картины мира. Вот тех представлений, которые уже заложены прошлым опытом рационального человека. Нет, я считаю, что Хайдеггер говорит о другой вещи. Он говорит, что действительно возникает такая ситуация, когда большинство людей, не те, которые эту карту, картографы, которые строили, начинают думать, что это та самая карта, забывают, что она карта, начинают думать, что она реальность. Вот и все. Да, это само собой. То есть не надо потреблять слова, опрокидывать, просто некоторые люди думают, что карта – это реальность. Ну как вот едешь по навигатору, у меня замечал, что я смотрю в навигатор, а не на дорогу. Нет, а другой знаешь, что это вредно для человека. Я понимаю, но логика такая, понимаешь? Ты смотришь, я о другом говорю, что карта заменяет уже не только реальность тебе, но и тебя самого. Как самого? Ну так. Если он субъект. Ну я только что это сказал, ладно, проехали. Нет, это интересно, просто хочется почувствовать, ну действительно. Ну, потому что вот саморефлексия над самим собой, да, она под влиянием картины мира. Вот есть у тебя происходит. Вот ты сам, когда в себе копаешься и все. Не, ну уже... подожди, ну а разве Александр Кирович Невзоров, который думает, что человек, то есть он сам, этот он анатомический атлас. Серьезно, можешь посмотреть, когда я думаю, да, ради бога, да. Да, хороший пример, кстати. Вот. Так вот, еще такая особенность картины мира, полезная весьма, вот. В чем она заключается? Она на самом деле в реальном-то времени позволяет сохранять вот, самотождественность человека, собственно, вот его самость определяется картиной мира. Да? Здесь я отсылаю вот нашему докладу с Игорем о модели сознания. Вот. Почему? Потому что вот что мы там рассказывали, что
одним из основных свойств сознания является вот, способность схватывания множественности и различения его до некой целостности. Да? Это основное свойство сознания, кроме как вот развлечения. Вот мы различаем, у нас как бы вот множественности множится. И что дальше? Сознание способно их вот упаковывать в некую систему. То же самое, скажем, картину мира, которая у каждого человека, она там имеет место быть. Так вот, это же свойство развлечения до целого, она обусловливает возможность восполнения картины мира. То есть восполнение себя, как бы, получается. То есть когда мы встречаемся с чем-то новым, нам неизвестным, или что-то такое происходит, и вот есть способность включать это новое, хорошо известное старое, да? И это способность восполнения картины мира. Вот. А если вот эта способность нарушается у человека, то возникают разные болезни, психозы там или неврозы. Я просто, чтобы было понятно, один пример маленький там из классического психоанализа, приберу утрированный. Вот картина мира, допустим, женщина, влюбленная в мужа. Да? Вот все, вот она без него там жить не может, и все, это все. И он вдруг бах и умирает. Да? Все, опа, начинается у нее психоз. В каком виде? Она... Не потому, что он умер, и синяя петербург. Слышно, что наступает синяя петербург. Да. То есть, ну как? Какое-то нарушение. Это недостаточно того, чтобы он умер. Нарушение происходит. Ну, травма такая, да? Душевная. И в психике происходит нарушение. Вот как раз в способности восполнения. Почему? Потому что она начинает жить старой картиной мира. Не то, что она не может восполнить, а она просто не хочет перестраивать карту. Это ее выбор, решение какое-то, экзистенциальное. Это уже вопрос интерпретации, но поскольку, значит, исследователи выяснили, что она вот все же и в остальных, во всех аспектах, сохраняет, совершенно не связанной с мужем, она сохраняет вот старое это самое, она их не обновляет. То есть она как бы вываливается из времени. То есть она живет. Но она, может быть, таким способом пытается сохранить. Как только она обновит, она уже мир сохраняет. Я же говорю, что не картина мира она меняет. Конечно, она не сохраняет. Картина мира здесь к ней не имеет никакого отношения. Психоз есть, да. И все это есть. Картину мира не надо понимать. Она старается. Вот она не меняет мнение по каким-то вещам, которые никак не связаны там с мужем, там, с какими-то жизнью, по каким-то опыты такие. По каким? Твой пример с картами, он очень опасен, потому что может заставить людей понимать картину мира как нечто застывшее и статичное. Нет, конечно. Она развивается. Ну, как всяко, как... И в обществе, ну, и индивидуального человека. Можно сказать, что анатомический анализ как-то развивается. Нет, еще раз говорю, вопрос состоит в отношении реальности и картины мира. Просто она не признает реальность, вот и все. А картина мира у нее осталась то же самое. Да. После психоза и смерти мужа к картине мира не имеет никакого отношения. Не имеет никакого отношения, точно считаю. А? Как жила, так и живет. Да. Просто реальность не признала она, и все. Да. А как ну, она... Почему есть картина мира-то? По грибы ходила с той же картой, с какой была? Так и ходит. Как вообще картина мира? Ну, вот я могу сказать, трагедия в том, что грибы есть. Трагедия в том, что грибы есть, это не сухие психологии. Самое интересное, что вы так и остались кантианцами, потому что у Канта есть способность суждения, и она точно так же зависит от человеческих способностей. Есть отдельные индивиды, которые не умеют судить и судят неправильно.
Нет, это я сейчас дизайнный анализ хотел об этом поговорить. Просто, не, просто Канта почему здесь великолепный пример, да? Вы знаете, да, что он на протяжении 10 лет читал курс по географии, потом абсолютно неизвестно, что он ни разу не покидал пределы Кёнигсберга. Ну ладно, давайте это самое. Я думаю, что нужно закончить или, по крайней мере, прерваться. Я хочу на главное обратить внимание, что между картиной мира и реальностью существует некий зазор. Да? Ну, и он обязателен. Да, конечно. Без того психического человека. Да, да. А не всегда. Не всегда, конечно. Иногда же есть. Конечно, очень часто нормально людей. Так о чем пишет Кант? Ну, блин, ну постер расскажет. Секунд пять не проедет. Ну, секунд пять, да. Пять секунд и есть. Что фокусировка эта может нарушаться у человека, да? У человека. И он вот этот вот картину мира как идеал, на самом-то деле, да, некий, он воспринимает за реальность. Вот отсюда, если мы смотрим, мы можем фокусировать зрение сюда, фокусировать зрение на реальность. Фокусировка может меняться. Вот. А может нарушаться. И тогда человек начинает путать. А человек видит различие? А? Что-то как-то странно. Человек различие видит, что ли? Вот ощущаешь вот разницу между реальностью... Ну, и... несодержательно. Несодержательно, знаете, как вот... Да, да. Если картина мира — это карта, то я вижу. Но если картина мира — это представление, я не вижу разницы между представлением, как бы, и реальностью. То-то и состоит проблема, что это и реальность, как бы, и представление у меня так смешано. Да, или одно, да, и то же. И тогда мы к первой вашей части возвращаемся, начинаем по этому кругу ходить. Кто чего нагружен, любое восприятие нагружено. Конечно, нагружено. Знанием, да. Не нагружено знанием. Но Хайдеггер это говорит о другом вещи, он говорит о атомическом атласе. И этот вопрос, он, с одной стороны, интересней, а с другой стороны, он проще. Чем он интереснее? Ну как, атомический атлас очень интересный. Не, ну напряженность-то между вот этими... Как бы между картиной мира и реальностью она ощущается? Она ощущается. Конечно. Но только различие не указывает. Ну, так они тоже не говорят, что оно тебе дано, содержательное различие. Ну, Антон, но в другом смысле, чем напряженность между миром и как волей, миром как представлением? Ну, в другом, может быть. Ну. Вот Хайдеггер говорит об другой вот этой напряженности. Александр, у меня еще одна мысль возникла. Вот смотрите, вот если действительно здесь есть какая-то, как сказать, история бытия, то, может быть, вот религиозный субъект, да, он был напротив абсолюта, да, и он, так сказать, ну, те же богословы, не знаю, когда они там богословские свои построения делали, они же так или иначе, как бы, ну, хотя бы мысленно вставали на позицию абсолюта, то есть они, ну, как бы пытались мыслить, как это бы, греховно. Не знаю. Что? Ну, греховно, да. Ну, вот, в общем, да. Это и привело, как бы, к модерну. Я об этом и хочу сказать. Вот, к модерну это и привело. То есть в какой-то момент вот, ну, конечно, религиозный, это... ну, религиозный субъект и абсолютный субъект, они как бы сливаются. То есть он занимает это место, вот, это различие, но различие сохраняется. Безусловно, у рационального рациональный субъект занял место. Да, он не просто занял. Он место творца занял. Я просто что хочу сказать, что вот у вас там есть расщепление картины мира и реальность, которые вот стояли друг напротив друга. Вот вы там сохранили. И здесь вам в рациональном субъекте также надо сохранить вот это расслоение на, как бы, ну, не религиозный субъект, а я бы назвал его, не знаю, какой-то конечный субъект и абсолютный субъект. Да? И тогда у вас будет полная, как бы, трагичность вот нашего современного мира. Потому что вот мы заняли эту позицию абсолюта, мы строим картину мира, мы вроде как бы абсолют, но при этом как бы мы конечны. Вот. И мы наблюдаем вот эту, как бы, свою способность и неспособность. То есть вот этот рациональный субъект, он двоится, и это как бы различие, оно параллельно, конечно, идет различию картины мира и реальности. Примерно так, что вот мы творим картину мира, а реальность нам показывает что-то другое. Вот. Но это все-таки не то различие. То есть там как бы есть различие содержательное, может быть, какое-то, а здесь различие, ну, такое, экзистенциальная трагедия такая этого рационального субъекта. Потому что он, в принципе, почти бог. Вот. Да, скажем, он занял позицию абсолютно лучше. Ну ладно, хорошо, это очень... То есть вот там еще расщепить, вот рациональный субъект, ну как не расщепить, а вот такую вот там точку напряженности создать, как вот между картиной мира и реальностью в этой схеме, так и там тоже. Ну я немножко хотел по-другому об этом говорить. А дальше
Я собираюсь говорить вот о диалектике реальности, картины мира для рационального субъекта, как раз. И о том, как они двигаются и что происходит, когда они слипаются друг с другом. Вот об этом.